Друзья, всем привет, всем доброе утро, вы на канале Чернов ТВ. Зайка, скажи всем доброе утро. Доброе утро. Полиночка, скажи всем доброе утро. Папа, стать здесь типа. Короче, у нас уже все встали, все проснулись, все уже начали завтракать. Кто что кушает? Я уже попил кофеек, Полиночке сейчас несу чай. Бутерброд с колбаской Полинка поела. У нас сегодня был дождь ночью, шикарный, всю ночь лил дождь. Сейчас, давай, на. Сама сможешь донести? Смотрите, у нас все кушают. Всем приятного аппетита. Всем моим миллионным подписчикам все скажите доброе утро. Я не вижу шум. Где ваши ручки? Чего ты меня снимаешь? Я просто тебя хочу поснимать. Ну снимай, везде не можно находить. Так, Санька, я уже баньку растопил, так что скоро можно будет принимать душ. Звучит но, шикарно. Друзья, рассказываем, как кто спал здесь. Сережа, как ты спал на новом месте? Нормально. Нормально спал. Юра, Игучин? Нормально. Нормально. Алина? Нормально. Максим, все в порядке, Моника, как спала? Если бы не рядом Милена, то было бы лучше, правильно? Бабушка, как ты спала? Отлично. Отлично? Супер. Милен, если бы не Моника, то могло бы лучше, да? Короче, я за всех ответил. Маму цинь, коту гулей. Полиночка, как ты спала? Ты где? Где Поля? Как ты спала, доча? Чернов, как всегда, шил в пятой точке. Короче... И он решил не сидеть отдыхать, хотя праздник Лигуа. Посидеть просто, на качелях кататься, правильно, Сергей? Сейчас сделаем хорошее дело, поможет брату. Короче, мы решили здесь полностью все возобновить, старая хрень убрать, потому что здесь все гнилое, посмотрите, болтается все. Видим, да, ты сам мы здесь делаем новые досочки. У меня есть клеенка. Сейчас, Максимка, давай спущусь, окей. У меня есть клееночка, и мы с ним, с Сережей, вот он мне помощник, сделаем здесь офигенно, просто красиво будет. Мы вам все это покажем. То есть... Потому что он завязан. Да, до свидания, да. Да, давай. Окей. Спасибо. Не лезь, Макс. Угодно. Смотрите, вот здесь вот, видите, по идее, крыша сделана из стекла. Но стекла, смотрите, они просто... Ветер подует, и они могут упасть. А здесь и мелкие бегают, Настюшка ползает, Макс. Я здесь ползаю. Максим, вот. Идти. Мы эти столбы переставим чуть-чуть ближе. Мы их вкопаем. И... Сверху сделаем новые реечки и застелим все красивой клееночкой. Будет очень красиво. А ты еще против? Не, все нормально. На, снимай дальше. Я работаю, ты снимаешь. Готов? О, здесь много стекла. Готов? Давай. Офигеть, просто. Смотри, оно просто вылезает. Видите, стекла просто. Можно рукой брать их и снимать. Гвозди здесь тем более уже их не держат. Опа. Опа. Лежит. Старые стекла мы потихоньку разбиваем и потом их везем в мусорник. Правильно, Сереж? Да. Так, ну что, доски, ой, стекла мы все сняли, мы их уже поразбивали, положили по ящичкам. Сейчас мы берем и поднимаем эту крышу, давай, чтобы мы ее потом могли опустить. Допустим, вот это вот надо поднять. Держи. Так, это мы пока положим. Смотри, это тоже. Ну да, все вот так вот держится. Опа. Сейчас, по идее, я сейчас возьму, мы здесь все уберем, и мне понравится, и ничего здесь делать не будем.
разбираем все больше. Да, мы его все больше разбираем. И мне нравится, чтобы здесь вообще было ничего, а просто такая стеночка. Да, мам? Согласись, нафига это надо, да? Я не знаю. Порнография, честно, другой стороны. Правильно, Настюшка сказала, лучше сделать это там. Я говорю, ему такая фигня, она для какой-то музыки, который вроде может... Сережа, клубника, ёпперсете! Я предлагаю вообще вот там положить. Да, нет, ну за... А я думала, за забор. Сейчас мы можем подержать чуть-чуть, да? Пап, ты давно снимаешь? Сейчас вот что, стенка упадёт. А Ваня не руки, мне помыться надо. Подожди, я помоюсь потом? Ладно, ей уже 500 лет. Девушка делала, все нормально. Не снеси там этот, вот. Это сюда вот это окошко выходит, да, значит? Да, это теперь, кто окошко. Парится в бане, можно подойти и сказать, уф! Да, 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 да. Ну, в бане есть такое дверца, парилки вот самой. Это вот? Да, и там такой выход. Так, друзья, ну что? Не успели мы забрать там, типа, за сараем. Слышь, давай с разгона прямо, этот. Снесем забор. У нас уже сегодня 23 часа, 12 часов в кооперативе «Дравники». Я не вижу зеркало это. Слышь, у нас, раз? Блин, Даня, у нас собрание. Да. И вот сейчас мы едем, сейчас уже 12. Да. На собрании будут решаться выборы председателя и... И там самое какие-то другие вопросы, потому что мы не можем это пропустить. Нужно поехать и послушать, и голосовать. Сейчас мы будем выходить. Так, ну что, друзья, собрание у нас закончилось. Ничего нового мы не узнали. Обсуждали разные темы. Но было интересно послушать, да? Потому что сейчас мы едем домой к нам. Готовить обед. Все хотят кушать. Так, ну что, друзья, мы опять же будем делать картошку фри, вам, мне кажется, уже достало на это смотреть, наблюдать это. Но оно здесь получается просто обалденно вкусное. Тем более, Юрис такую картошку будет кушать в первый раз. Пока я делаю кушать, посмотрите, друзья, чем занимаются мои братья. Смотрите, что он делает. Они играют в войнушку водными пистолетами. А вы что, два лба против Полины? Ты уже вся мокрая, дочь. Мы закончили игру, а она нас все равно обливала, поэтому... Что, брат, дыхалки? Дыхалки, да? 22 года, а дыхалочки уже хуже, чем у меня? Да. Ах ты! Спорт! Спорт — это жизнь! Картошечка у нас уже на подходе. Это первая порция, первые это будут кушать дети, потому что они важнее, пускай покушают, а взрослые могут и потерпеть. Посмотрите, у нас здесь Ой, какие хорошие стаканы не разбились. У нас здесь беседки, мы развернули стол, чтобы было спокойно. Здесь можно аккуратно проходить, можно... Выходить было со стола. Дети, давайте накладывайте картошку фри. Сейчас будут жарить вторую порцию. Настюшка накрыла всем на стол. Сок. Здесь у нас, видите, тоже барная стойка. Вся уже заполненная. Кстати, хорошо, что мы эту сделали. А то бы сейчас бы все это стояло вот именно здесь, на столе. Ну что, дети, вкусно? Да. Так же самое мы для картошечки взяли вот такой вот соус. Занька, что это за соус? Гриль, фунт. И взяли вот такой чесночный соус для картошечки. Все, кушайте, всем приятного аппетита. Мама моя с Миленкой, где вы были, рассказывайте? В Сикшнях. Это отсюда сколько километров? 5. А что ты взяла отсюда мою сумку? 5-6. А, сколько? 6 километров. Короче, мы сейчас проехали 12 километров. Да, грунтовка, да. И как? Три раза упала, потому что она засмотрелась. Три раза упала? Один на аистов смотрела. Засмотрелась на аистов. А, что вы там накупили? Пакет с формом, все мокрое. Ну, приключения, правильно? Ну, классно было, с удовольствием, там все мокрое. Проходите. Так, ну что, смотрите, мы уже крышу. Мы, короче, вкусно поели, уже здесь занимаемся полчаса. Сережка мне круто помогает. Да, Сереж? Вот, видите? Сейчас мы будем снимать эту вот стенку. Сейчас я камеру поставлю нормально. Нет, просто стекла туда поставим. Да, не запирают. Сейчас мы это уберем. И сейчас мы все здесь копаем.
И что мы решили? Мы решили, что мы здесь ничего не будем делать. Мы сейчас здесь все скопаем, здесь посеем газон, а потом, может быть, что-нибудь здесь посадим, потому что здесь очень теплое место, понимаете? Оп, давай снимаем. Убираем. Подожди, дай мне ломик, держи дверь. Вот это вот, да. Опа! Тащи ее куда-то, туда. Можешь? А нет, давай не сюда. Сейчас поставим. Там гвозди, да, куда-то торчат? Да. Ну вообще классно, так нравится. Так, ну сейчас это еще брать. Да на клоны. Где он? Так, ну что, друзья, посмотрите, как все уже убрано. Досочки полностью все сорваны. Сейчас, видите, перекапываю кусты крапивы. Выдираю корни, как можно больше. Глубже вкапываю и убираю вот такие корни. Но честно, у нее корни доходят до 2 метров. Я метров. Так что я не знаю, смогу ли я убрать ее полностью. Но стараюсь. Здесь мы все сейчас перекопаем, грабельками пройдем и в следующий раз купим травку и посеем здесь травку. Ну рассказывай. Хорошо. А что такое рубероид этот вообще? Он что дает? Рубероид просто на него его используют и на крышу, и на стенки. Вот девушка, видите, вот здесь. Старый грубероид уже, он потихоньку рубероид уже... может, а не грубероид. Как? Рубероид. Окей. Рубероид. Ну, так, по крайней мере, на этикетке написано. Окей. Он, видите, в некоторых местах отходит, там вот дырки уже, доски видны, и поэтому ты решил, у нас есть целый же моток новый. Ты хочешь сказать, тебе хватит? Хватит, и я вот так решил сделать праздник Лига, ну как? Мне... А вниз как будет идти? А вот речки? Вниз он идет до вот этого вот... А речки тебе не хватает, да, вниз? Речках у нас очень а много. А, ты будешь продолжать? Да, Монечка даже подходит, пап, ты можешь хоть в праздник посидеть спокойно, отдохнуть? Я говорю, Мань, ну я и так вот отдыхаю, я вот это вот отдыхаю. Да. Красиво, у нас будет здесь такой, теперь фон будет. Отойди, сфоткай там меня паук. Здесь, сфоткай меня здесь. Видишь вон? Где? Я вижу. Прямо, на гвозде. Ну прямо, прямо. Вот, ну вот же. Как ты его видел? Глаз такой. Красиво? Да. Очень. Юр, ты можешь? Сколько ты не сможешь из этого миски изоленту достать в том? О, давай я. Давай по очереди. Можешь? А? Ну попробуй хотя бы. Юр. Ну сядь. Просто здесь сядь и попробуй. Возьми, давай вместе. Иди сюда. Давай. Ты попробуешь, потом я. Не, сможешь прикол не, просто какой такой. Не, какой там челлендж видел, челлендж, что там да невозможно. Я знаю, ты потом меня польешь. Нет, это другое. Ну нет, это не другое. Это фокус другой, с бутылкой был. А, не, я нет. Капец, какой ты скучный пацан. Фу. Ну и все. Ну хотя бы расскажи, что. Нет. Нет, ну это же классный прикол-то. Давай, я снимаю. Ну, все, давай, садись. Нет, я не хочу. Слушай, друзья, просто захотели сделать прикол. А вообще, честно, такие скучные люди. Где это все весь позитив? Я вот не понимаю. Прикалываться над собой. Это же так классно, когда человек умеет над собой прикольнуться, стебнуться, обосраться и перед этим смеяться. Правильно? Согласитесь? Нет, в чем прикол? Да вся жизнь прикол вообще. Нужно жить с приколом. Вот никак, друзья, у нас не получается снимать такое последовательное видео. Там чуть показываем, там чуть кусочек снимаем. Короче, смотрите, что мы с Сережей сделали. Помните, как здесь было? Какой здесь был бомжатник, какой здесь был Шанхай? А сейчас посмотрите, какая красота. Ну, не идеально? В конце мы еще завтра доделаем, потому что у нас вечерок. Сейчас мы уже будем готовить мясо, разжигаем угли, разжигаем мангал. Юра согласился на прикол в ТикТок, так что не переключайтесь, сейчас мы все это покажем. Но, как вам понравилась эта идея? Если понравилось, друзья, пишите комментарии. Давай без камеры. Это стул не для себя. Давай вот здесь, да?
Раз, два, три. Надо будет второй кадр сделать. Ты смотри, сухой остался даже. Молодец. А, ну как, Юра, прикол получился? Да нормально. Нормально? Не обиделся? Нет. Без обид. Ты не крути ее так, что ты? Хорошо, ну хочешь показать свои татуировки, давай покажем. Да не, подожди. Не-не-не-не-не, татуировки не надо, это лично. Вот наш. Мама, передай всем привет. Нет. Тебя многие смотрят, кстати. Я не в форме. Юра. Озвучивай. Опять я? Да. Готовим ужин, друзья. Мы сейчас поставили второй стол, потому что к нам приедет сейчас теща с тестем. Решили приехать все-таки. Молодцы. Машка, можешь такое кушать с мясом? Я все ем. Что не ешь? Эй, а кто это? Махриха. Это двухвостка. А. Это мясо, да? Да, это стейк. Стейк будешь кушать, так что будешь своим браузером говорить, что ты кушала стейк. Надо. Скатерть, да. Видишь, как хорошо эта беседка. Да. Какой стол, и там и место есть. Ну, конечно. Хорошая беседка. Все. Нравится всем. Всем нравится. Да, конечно. Все мясо. Дамас он кунги. Черного гимена висус авсвейсу ар Латвиас национала светки Лиго светки. Лай шитес гад гус вис лабекес гад. Висим приветик сайт. Дамы и господа, семья Черновых поздравляет с латышским национальным праздником Лига. Желаем, чтобы этот год был самый лучший. Всех праздников, дорогие друзья. Нет, ты только дожарь его, сырое, чтоб не было. Хотели на ужин запекать картошку, делать вкусный соус, все отложили до завтра, потому что мы весь день, ну как мы, все весь день кушают. И перекусывали не так давно. Сейчас просто не хочется. Поэтому у нас сегодня только будет тушеная капусточка. Вот. Оливье. Там тоже оливье. Сыр. Оливочки. Соус. Оп, овощи. Неудобно телефон. Ой, камеру держу, потому что на штативе стоит. Еще вот мяско разное вы видели. И в принципе все, без картошки. Мы этой фришкой сегодня объелись просто. Ставлю камеру. Объелись этой фришкой. И будет картошечка у нас завтра. Не, картошечка запеченная завтра. Завтра куриное филе и греческий салат. Все это завтра. Так, ну что, все сели? Да. О, а кого мы еще ждем? Это тебе место. Нифига себе. Так, вот дети, соски, отдохни. Закрой.
И сколько такая стоит бунди? Я не помню. А это что? А это тоже? Ножик есть? Мама, Маша тоже на ветёвку. Что? Ребят, ты поковали, что она внутри горит? Оливки, Сережа, Моника. Оливки, потом мы сыр все будешь ставить. Мам, помидоры там есть помидоры? Да. Ну вот вам твои любимые помидоры. Да не надо. Максюша, помидоры. Дети, как вы долго ждали этого праздника, Лигу? Монечка, можно? Вы ждали его долго? А, не надо. Да, я очень хотела приехать. Ну то, мама, давай, отдыхай. Да я и отдыхаю. Так, пожалуйста. Кому сок? Мне. Ты хочешь сок? Да. Давайте стаканчик, да? Папа, мне сок. Мне на сок. Да? Кому сок? Я вот тоже хочу. Мне тоже. Полина? У тебя он стоит как-то странно. Поставь капусту на то пустое место, а его здесь как раз краю. Мама, кушай, почему? Что это за тишина? Кому это было? Всем вот этой картине. Это, мама, это как куриное филе, а это шашлык плоский. Это стейк. Так, пожалуйста, кому нужен сок, наливайте, да? Все хорошо, главное, в себя не надо делать. Вообще, на все хорошо. Я не говорил, я не хотел. Ну, честно. На даче? Завтра цели? Нет, нет, нет. Снимаешь. Я думал, ты это дрон у нас, это квадрокоптер.